Продолжаем следить за квалификациями китайского региона в рамках мажора на эпицентр. Поэтому давайте узнаем, что же лучше сделать у команды Vichu Gaming и Ньюби в этом Best of 1, которое для Vichu Gaming, опять-таки, крайне важно. Сейчас, после вот первых двух игр второго игрового дня, видим, что ситуация немножко изменилась, самую малость. RNG, Vichu Gaming и LGD сейчас имеют по 12 очков, но только вот с одним нюансом. У команды LGD 5 игр, а у команды RNG и Vichu Gaming по 4. Таким образом, у LGD чуть меньше шансов, да, набрать максимальное количество очков, пройти без поражений, и вот это вот все. Уже как бы одну игру они себе проиграли. А у Vichu Gaming и RNG все шансы. Ну, узнаем, удастся ли какой-нибудь команде сыграть 7-0. Будет весьма интересно за этим посмотреть. Ну и напомню, да, что команда, которая займет первое место в группе, она сразу же попадает на мейджор. А остальные со второго по пятое место, они будут участвовать во втором этапе в сетке, да, в плей-оффе, условно, Double Elimination сеточке. И еще два претендента из этой сетки выйдет на основную часть, на основной ивент мажора. Ну и что же мы видим по пикам, ребятки? А по пикам весьма интересно, опять-таки, противостояние нам намечается. Oracle с Doom появились для команды Vichu Gaming. То есть, видим, есть уже как бы подсейв, есть уже агрессия. Как бы инь-янь, да, у команды Vichu Gaming, замечательно. У Ньюби пока подсейва как такового нет. У них пока что тут исключительная агрессия. Лишь Ракс и Кинг, это как бы вперед подкапываешь, там накрываешь сплитерсом и поехали. Поехали врываться дальше, дальше, жечь, бежать, гнать. Это да, это Ньюби. Если у них это, конечно, сделать получится, не вопрос. По банам им закрыли, кстати, вот Абадона, Найтсталкера, Дарксира, Никса, вот всех таких неприятных парней. Именно третьей, четвертой позиции. Коров вообще не трогают здесь Vichu Gaming, на удивление, ну, до сих пор не трогали. В отличие от Ньюби. Ньюби убирают Медузу, Морфлинга и Тролль Варлорда. При этом вот из троек-четверок они закрыли только Энигму и Гримстроука. Ну, Гримстроука понятно, что подумай им не брали, иначе будет совсем некомфортно. Также Vichu Gaming закрывает Фуриона, еще одну такую тройку-пятерку. Поэтому давайте... смотрите, что же по корам. По корам им полный карт-бланш дали. Ньюби, пикайте кого хотите, как бы кого сами не забанили. Вот такая вот интересная ситуация. Ну и появляется Рубик. То есть опять уже мы видели, как Вичи с ним играют, поэтому здесь претензий быть не может, я думаю. И теперь или Шраку, и Сент-Кингу придется дважды подумать, прежде чем что-то сделать. А если не подумают, Рубик, понятное дело, в ту же секунду этим воспользуется против вас. Так что будет не сладко. Ну, Дизраптор также появляется следом. Сегодня мы уже видели Дизраптор от Дизраптора. Команда Астер. Не самого удачного. Но что поделать. Что поделать. Здесь уже другая команда, поэтому... Поэтому все должно пойти иначе. В лучшую сторону. Тоже до коллектива Vichu Gaming. Полторы минуты дополнительного времени есть, чтобы подумать над пиком четвертым. Пора показывать коров. Каких-нибудь. Если хотят подраться с руки, как бы всегда доступен Свен. Есть, могут быть некоторые проблемы с тем, чтобы подобраться поближе. Возможно, тогда что-нибудь придумать с какой-нибудь Phantom Assassin вообще. Но давайте посмотрим, какие планы у Vichu Gaming. Мы помним, что они сами на Лешраке очень любили играть. Для папарацци его брали, он шел в легкую и там всех выжигал. Здесь вот придется пробовать что-то другое. Ну, давайте узнаем, что у него из этого получится придумать. Разор. Разор, судя по всему, в мид для Ори. Тоже такое мы наблюдали.
Надеюсь, что опять же более успешный результат, чем мы наблюдали сегодня в предыдущих двух играх. Но здесь ошибок допускать нельзя. Разор приятно будет скушать дизраптора, но вот пока каких-то... Ну, он опосредованно, опять же, законтрил возможное появление кэрри ближнего боя. Да, это тоже забывать не стоит. Но вот посмотрим, как будет на практике. Возможно, попробуют магией пройтись по сопернику. Ну и появляется Нага Сирена. А вот и кор ближнего уровня. Кстати, Дроу Рейнджер, стоит заметить, вообще не пользуется спросом ни в плане бана, ни в плане пика в этом Best of 1. Что немного интересно, потому что для Вичи Гейминг она может еще залететь на ласт пик, как бы. Ну, Ниби стоит призадуматься в этом ключе, но вот Нага Сирена. С этим всем она может разобраться без особых сложностей, если так подумать. Опять же, комбап от Сон Наги. Здесь как бы раскастовый ультимейт. Дизраптор, Сенкин готовится, Лишрак тоже. И Нага действительно может стать проблемой. Не убирают Квапу. Есть команда Вичу Гейминг. Угу. Ну и чем ответят Ньюби? Теперь. Подумают ли они про Дроу Рейнджер? Будет ли вообще пытаться не попараться выигрывать? Или у них другой план на этот ласт пик? Сейчас узнаем. Времени немного осталось у команды Вичи Гейминг. Поэтому скоро. Возможно, вот Ньюби могут призадуматься, у них еще 2 минуты. Так что сидим, отдыхаем, ждем. Начало. Убирает с теми Метрор Блейд. И пикается Лина. Неплохо. И что же отвечает Вичи Гейминг? Времени у них практически нет. Ну вот он. 20 секунд здесь, 20 секунд там. Кто станет кэрри-героем? Это антимаг. Решили по-плотненькому пройтись против магов. Ну что ж, не увидим и Дроу Рейнджер. Ну и можем только пожелать удачи коллективам. Что же, папарацци забирает себе антимага, Мори на Разоре, Янг на Думе, Дивай на Оракле, ну и Фейт будет забирать себе Рубика. До команды Ньюби ситуация с Трипл Си на Лине, Джеджи на Наге Сирине, Финрир на Дизрапторе, Вакси на Сент Кинге, и Лишрак достается Оуэну. Так вот, положение дел на Фейт забирает и... Что же? Тоже удастся провернуть. Лина в мид против Разора. Должно быть достаточно хорошо. Мы только что видели противостояние Разора и Queen of Pain. Там Разору было не сладко. Здесь же. Конечно, игроки уже иные, но тем не менее все еще может быть подобная история. Так что давайте посмотрим. Ну и пока ребята готовятся к выходу на сцену, вот они, красавцы. Рубик, значит, поведет войну, войной команду Radiant. Ну а здесь горяченькая Лина будет выступать в Ригарде, в авангарде точнее. А знаете, что еще есть настолько же горячая, как и Лина? Ну это, конечно же, продукты от горячей штучки, ребята. Поэтому не забывайте, что в магазинах вы всегда можете найти замечательное чебупеле, чебупиццу и многое другое, чтобы разогреть себя в холодным летним и майским вечером.
У меня вот сегодня весь день дожди идут. Вчера весь день, сегодня еще небось. А горячая штучка всегда вас согреет. Если Лина смотрит холодными глазами. Ну что же, попытка нападения под смоками со стороны команды Ньюби пытается выйти на Рубика. Рубик понимает, что дела плохи. Тут же Андершторм, Сплиттерс и Пейт никуда не денется. Совершенно никуда. ПБ. Команда Ньюби смогла его себе забрать. Сейчас еще может две баунти руны оформить. Также ломается вард. Грамотно прочитали, что раз Рубик выходил в этом направлении, значит здесь он уже побывал и что-то может быть. А сверху? Сверху встреча Дума и Наги Сирены. И руну надо бы законтролить как-то. Думу. Железобетона. Напускали змеев. Куча иллюзий уже идет. И вот не получается. Не получается забрать руну. И вот... А, слушай, они пошли драться за нижнюю. Не слишком ли это рискованно? В итоге же три баунти руны для команды Ньюби. Да, начало положено. Три баунти. ФБ есть. А значит, можно и поесть. Ну ладно, стадия лайнинга. Посмотрим, что с ней получится сделать. ПБ это хорошо, но еще не приговор. Замечательно, Ори подстопил. Лина подстопила не хуже, как мы видим. И встречаются ровно по центру реки. Красавцы. На нижней линии трипла на триплу, судя по всему, будет противостоять. Но видим, что уже папарацци полумертвый бегает. Посадили. Парочку ударов нанесли, как бы, и 250 здоровья остается. Станет по двоим лишь рак, так что, боюсь, с такими станами будет очень-очень страшно воевать. Мирик тоже немножко страдает, Оракл пытается как-то отступить, он раскидывает Fortune Sand'ами. Такое, но пока не будет контрспелла, высовываться попраться явно не стоит в этом моменте. Иначе будут серьезные неприятности. Сверху тоже небольшая стычка есть, но там вроде бы Нага Сирена нормально себя чувствует. Так что давайте следить за этим. Пока что за нижней линией. Как тут война происходит. А сверху что? Сверху будут фармить, друг друга не трогать. Скорее всего 6 на 1, 5 на 1 нормально. Опять-таки агрессия. Финдивер, например, вот. Borrow Strike пошел первый. Контроль второй. Контроль третий. Контроль должен быть. Thunder Strike какой-нибудь. Вот он полетел. Но Финдивер, по-моему, убьют раньше. Антимаг идет на перерез и в размен сработали. Один в один. Пейт забирает Финдивера. А Уайкси забирает себе Дивая. Неплохое начало этой линии. Но самое главное, что папарацци получает немножко опыта. Получает золото. Второй уровень, правда, он получит медленнее, чем его оппоненты. И это немножко настораживает. Но ничего не попишешь. Здесь же замечательный отвод делается фейдом. Понимаю о том, что нужно выигрывать время для папарацци. Папарацци получает второй уровень. Вкачивает манабрейк до каунтера. Пока еще не скоро. Здесь опять-таки продолжение нападения. Станчиком мне попал. Но диаболики уже жгут. И вынужден вступать в этом моменте DY. Так что придется как-то действовать вот на отшибе. Ставится сентри, кстати, и... А, не заметил этот вард? Интересно. Видимо, тут обзор как-то был у него неудачно. Так или иначе, должен сейчас понимать, что вард здесь, и заметил. Вот. Скушал. Медленнее, тем временем, война, и... Залетел вроде бы удар, но не хватило, судя по всему. Регена танго прошел и выжил. Чудом здесь разор. Иначе бы, конечно, опять же, добавили. Ну, а тем временем Лишрака пытается разобрать на нижней позиции. Поняли, что нет саппорта. И Лишрака разобрали. Пока что бегал Сент Кинг. Его Оуэна скушали. Папарацци продолжает нафармливать. У него 13 на 2. Чувствует себя достаточно уверенно. То есть его, вот его вначале пытались напрячь, а сейчас как-то уже подзабыли чуть-чуть. И в итоге приходится что-то выдумывать. Но пытаются еще вот стаки позабирать, да, как-то выйти кого-то. Возможно, подловить, как они это пытались сделать до этого. Но антимаг чувствует себя на линии, на удивление, хорошо. И это немножко пугает в этом плане. Это вроде бы против такой агрессивной триплы стоять. Ну ладно. Сверху. Давайте немножко посмотрим, что к чему происходит у Дума с Нагой. Ну, Нага фармит.
фринага практически. Doom 17 на 1 тоже чувствует себя не так уж и плохо. Но если мы опять же смотрим в долгосрочной перспективе, ну, фрифарм нага и фрифарм Doom, фрифарм нага, конечно же, поопаснее работает. Но это пока все в теории. Так, поехали за руной регенерации и The Knight. Не стал подставляться, Static Blink пошел в бой. И высосали 50, 60, 180. Просто 80. Ну, приятно, может, немножко подкрепиться. Опять-таки, тут же Фейт пришел снова прогонять Вайксы. Это, ребята, не надо. Один раз не понравилось, второй раз не позволим. Вот, антимаг третьего уровня, получается, каунтерспелл теперь. Будет попроще на линии находиться, немножко мэджик резистанса. Возможность отражать некоторые заклинания тоже может пригодиться. Особенно против Лины. И давайте смотреть, что из этого всего выйдет. Опять-таки, он и не Маун страдает. Ну, он третьего с половиной уровня. Идет более-менее. Есть, опять-таки, у него фласка, поэтому жить будет. Там еще и Лина приходит на нижнюю сторону. Судя по всему, будут биться за руну не на жизнь, а на смерть. Сверху же Нага Сирена. Просто перекликать ее нужно будет. И... не, не получилось. Опять-таки, Ньюби забирает три баунти руны. И по деньгам, конечно, у них все замечательно. Нижней позиции. 27 на 5. В своей команде... вне всякой конкуренции, да, опять же, 28 на 6, 29 на 6. Папарасы, мы знаем, умеет разбираться с крипами. А потом разбираться с героями. Но скоро у него уже будет, там, один крипас остался. И все, крипас есть. Колечко тоже имеется. И можно двигаться дальше. Теперь по героям, четвертый левел. Видим, что Оуэн начал отставать. И папарасы работает. Ути лица. Ори, кстати, шестого уровня. Да, это самый большой уровень на карте. Стрипл Си немножечко отстает. Буквально на половинку, что ли, можно сказать. Чуть меньше. Пару крипов забрал задувкой. И теперь на равных. Появляется Луга на Блейд. И можно куда-нибудь, опять же, сместиться. Возможно, помочь на нижней линии кому-нибудь забрать. Но тут Сен Кинг. Сен Кинг выходит под вард. Его видит, кстати. Он об этом, конечно, не знает. Но можно было попытаться Разору и Рубику как-то сюда подойти. А, это Оркл. Оркл здесь бегает. Вместе со смоками варды расставлять ушел. Рубик на нижней линии, значит, помогает пока что антимагу. Ну и Вайкси возвращается. Готовы вместе с Линой. Опять-таки Лагуна Блейд навострили. И кого будем поражаривать в этот раз? Кто подставится? И здесь вышка уже дотягивается. Несмотря на то, что на ночь, тут обзора хватило. Нажимается еще и руны иллюзии. И просто пушить пошли. Так. Хорошо, Вайкси вышел, выдал Сэндшторм и просто стоит, ждет. Но вышка упадет. Шестая минута. Диаболики второго. Да, диаболики второго уровня, поэтому проблем с этим не должно возникнуть никаких. КС Трипл Си просто не подходит. Они понимают, что любой, кто попадет на стан Вайкси, это труп. И они скрываются бегством, уходят на верхнюю линию, с ней попробуют что-нибудь придумать. Но главное, чтобы сейчас антимага не закрыли, вот он вырывается с блинка. Если бы сейчас отменил телепорт, подкопался, могли бы и убить, наверное. Нет, уходит Лина обратно на мид, Стрипл Сейс возвращается, продолжит фармить потихонечку. Ну вот выход не то чтобы удачный, как судя по этому, нападение сверху на Сент Кинга. Телекинез есть, Сентри есть и... Вайкси никуда уходить, по идее, не должен. Но промахивается Янг с танчиком. Уже поджигается земля. И до последних ее выкуривают. И Фейт делает киллинг спри, уже оформляет. Ну и вышка тоже упадет. В итоге выровняются по этим показателям, по крайней мере. Я надеюсь. Ну, антимакфарм. Макфармит 3200 у него. Третий показатель на карте. Четвертый, ну, на равных, в общем, он идет с Линой. Что немного для Разора удручающе, потому что у Разора пока 2300 тысяч отставания. Ну, здесь он, видимо, ждет удачного момента, чтобы выбраться. Все, что у него пока есть, это сапог. Один ВБ, возможно, второй ВБ сейчас летит. Но здесь его могут поймать, Дизраптор, здравствуйте, Кинетикил, Глимс, Танчик, Лагуна, все. Как будто и не было Разора, в секунды его сдувают. В общем-то, неудачный поход за руной, хотя вроде бы и вард был, но... Кого он мог заметить? Да, вообще никого он не мог не заметить. Был бы вард с этой стороны, да, то есть увидел его подходящего дизраптора хотя бы. И тогда бы передумал. Но не получилось. С верхней линии что у нас происходит? Тут дошли уже до 2. И пробуют с этим что-то показать. Но и
не особо. Джерджи уже нормально. 3 ВБ, продолжает, 9 уровень, 400. Отстает от Дума немножечко. Да, все-таки Девар продолжает работать. К Думу прилетают барабаны. И он уже готов как бы участвовать в драках-то. 6 уровня, опять-таки 7-го. Почти 8-го я момент упустил. Только цель ему покажите. Лишрак, Дизраптор, кого угодно, как бы думаю, он заткнет, здесь будет идеально. Вопрос в том, что кому еще выходить вместе с ним Разору, разве что. Ну, Разор, как мы видим, вот, он еще, он опять себе что-то везет. ПТ, возможно, туда прилетает. Нет, ПТ, ВБ, как бы 8 уровень Разор, 2600 и грустненько. Грустненько. Нападение на святыне. Под Думом пытаются пробивать Нагу Сирену. Вроде бы неплохо получалось на первое время, пока не пришли тиммейты. Тут же разобрали в итоге Рубика. Не отпустили, по всему, еще и Дума. Подкапывают. Бегут дальше. А уже делает даблкил. Там не пощадили еще и Оракла. И уже начинают задувать. Тут сверху закрывать. Выигрывается немножко времени. Но в пятером так или иначе давили Ньюби. В итоге 6-й фраг для их команды. И немножко подфидели. Ну как, немножко, 450 золотых заработал себе Лишрак на этом моменте, 800 вся команда, еще и, нет, баунти пополам здесь достались, антимаг забрал одну, фейт другую, папарац досталось и баунти, руны в итоге ушли пополам, руны регенерации не досталось никому, такие вот новости для команды Vici Gaming, но 1000 впереди, Ньюби немножко здесь пытаются как-то вот держать этот баланс, но папарацци фармит. Фармит 1400 на руках. Может закупить себе сейчас Whitestone и рецепт. Но после этого придется немножко подождать. И хочет, в итоге хочет выйти сначала в демонедж, потому что, ну, его никто не гангает. Это тоже не то чтобы верно. При нем могут сейчас немножко забыть, и потом он выйдет готовый драться и составлять конкуренцию Наге. А он может. Я так у меня есть подозрения, да, небольшие, что антимаг сможет себе это позволить, конкурировать с Нагой Сиреной. Поэтому так просто спускать папарацци не стоило бы. Хотя по нетворсам, опять же, да, он отстает. Но это исключительно за счет того, что у Наги с самого начала есть чит в плане фарма. Куча иллюзий бегает по всей карте. И это явно неприятный момент. Антимагу приходится когда Battle Fury собирать. Нечестно. Алина тоже, вот мы видим, подфармливает потихонечку. Хочет себе Йолу уже наконец заполучить заветный и выдавать свои прокастики по героям, которые попадутся под руку. Вот я вижу, первый талант начинает появляться. 30 урона, 20 скорости передвижения. Болезненно можно, да? Вот тут даже Дум может не скрыться. Ну, землю если только подключит. Будут у него шансы тогда. Так, Нага Сирена сейчас своим передвижением 407 идет наказывать всех и каждого. Ну, Разор еще, да, тут 411. Чуть-чуть побыстрее. Разор, кстати, тоже хочет в барабаны выходить. Двое барабан на команду, да, барабан. Хелс. Худы. Ладно. Подождем, в общем. Спешить команде Vici Gaming, понятное дело, некуда. Антимаг спокойно фармит. Разор тоже добирается каких-то артефактов хотя бы, чтобы в драке себя чувствовать поспокойнее. Ну а команда Ньюби хочет кого-нибудь подловить. Все-таки у них очень активный набор стройки по пятерку. А здесь вот, вот, только я говорил, активный набор. Вылавливают станчик, лагуна. И Разор сделать ничего не может. Грамотный выход вдвоем, больше никто и не нужен. Поехали еще за антимагом, возможно, но антимага так просто, понятное дело, не поймать. Блин, телепорт наверх сразу, чтобы времени не терять и фармить дальше. Ну а здесь диаболики уже 4 уровня, крипчики есть и поехали развлекаться с Т2. Проверили, что никого нет, станчики, зачистили лесополосу и готовы ходить. Вот, все, диаболики нажимаем и смотрим, как убывает хп у строений. 700, 600, 500, 400, вот как бы сотни за секунду. Минус нижняя сторона. Но попытается напасть. Дум есть, но они слишком быстрые. Барабаны прожимаются и побежали в бой. Все. Лин как бы сейчас переждет. Там же погоня за хотя бы дизраптор. Но он гримсует. И дизраптор тоже не получится пробить. Да вы шутите. Рубик вроде бы есть рекинез, но не нажимает его. Не дотянулся опять, видать. И в итоге нападение команды Vici Gaming не перевело совершенно ни к чему. Это ситуация максимально некомфортная.
Ну что же, Вичием. Надо собраться. Ну, ладно. Сейчас они играют вчетвером. Это мы понимаем. Эта стратегия испокон веков существовала. И в целом они не сильно нафизили. То есть 2000 на творца, 7 фрагов. Ну, вышки спущены. Тут ну, лишь шаг. Нужно понимать, что такая специфика. И это нужно потерпеть. Здесь зато Т1 стоит. Здесь Т1 стоит. Так что в целом, как бы, у Vici Gaming все не так плохо. Ньюби главное воспользоваться. У них-то не только есть план пуш. В этом основная проблема сейчас команды Vici Gaming. У них есть план Б. Это Нага Сирена. Если вдруг они не успеют спушить после ранних выходов, после ранних гангов за счет Лины, то Нага Сирена придет, как бы, шестислотовая и объяснит, почему, как бы, не стоило пытаться мешать снесению трона. Diffusal Blade наготове. 2500 есть. И вот выходит дальше в вышке. Диаболики нажимаются, башни рассыпаются. Даже ничего сделать. Любой, кто придет на защиту, он, ну, что он может сделать в этом моменте? Их только в пятером отгоняется. Вторая башня тоже не заставит себя долго ждать. Диаболики через 6 секунд. Вторая сторона тоже упадет. Нага вообще могла оставить иллюзии парочку, но сделала выбор на то, чтобы пофармить леса. Вот, Т2 падает. Все, осталась последняя линия, остался мид. И при желании команда Ньюби может ровно таким же образом все это пропушить. Вот помните, да, вчера играли, получается, Гамбит против Нави примерно по той же схеме. Там тоже было мало убийств, но команда Гамбит просто спушила Нави и, в общем-то, с этим поделать ничего не получилось. Diffusal Blade для Наги Сирены. Поздравляем. 13 уровень, пол левелам, кстати, тоже должно быть у него все хорошо, да, 13 левел, первый на карте. Антимаг только 9-го. 4 левела, и в этом плане отставание очень серьезное. Есть у него Battle Fury сейчас. Ну вот фармить, нужно искать, где что лес. Опять же, зафармили на отступлении команды Ньюби. И только на линиях что-то осталось. Возможно, соберутся вместе просто сейчас, прожмут смоки, да, вот они. Идут. И Doom. Doom не самая компонентная цель, но попробуют и его. Отъехали, есть. Танчик первый, Thunderstrike, но и не получается. Не получается подцепить, Doom побежал дальше, стан в итоге. Теперь попадает, есть первый, второй. Очень много урона впитал Doom, но продолжить не получилось. И немножко урона подвысосали, 24. Но разбежались в разные стороны. Опять же, выигрывается время для антимага. Исключительно это задача сейчас идет. И не дать попытаться, не дать спушить остальные вышки. Но здесь уже заходит в спину. Как бы немножко переждали, не боятся, что Сэн Кинг, ну, что-то помрет. Бриндаггер у него уже есть, остальное не важно. Готов прыгать, готов искать. Находят Дума в очередной раз, находят также Оракла. Оракла можно быстренько разбить. От Оракла ничего не осталось, Дум пытается ответить, но ловит лагуну. И также отправляется в таверну даблкил для С-3-полсы. И вышки рассыпятся, опять же, во мгновение ока. Диаболики активные и дальше готовы идти без каких-либо проблем. Крипы только нужны, а крипы уже идут, и все, команда... А мы еще дальше подцепили, да ладно, Разора тоже никак выбивать, но тут уже переборщили, плазма филд поработал, первого забрали, второго тоже не пощадили, минус Лина, минус Энкинг, но вот Рубик, наверное, зря подошел слишком близко, и Нага Сирена объяснила, опять же, что она достаточно сильна, все-таки 3 ВБ, Diffusal Blade и... Яш, на 10 тысяч на форсе. И обратно я верну вам. Так что ситуация максимально некомфортная. Ну, антимаг пытался только, мы смотрели, 9 уровня, он уже 12-го, и здесь сейчас могут быть неприятности. Нага Сирена, кстати, рядом! Сон у нее есть, телепорт не позволит, он просто жмет сон, и все! Оу, а у антимага неприятности. Хватит ли урона, вот в чем вопрос, но телепорт ему сбили, и его остановили от фарма, что самое-то опасное. Показывают, где-то здесь он бегает, кинетик филд, и... Что его, незаметно здесь отправляют иллюзии на разведку, но антимаг уходит. Уходит на блинках. И в итоге потеряна просто громадная часть времени для его фарма. Ему приходится сейчас где-то искать. Его сейчас может еще и вайкси найти. Он сигналит, что где-то здесь есть, но успел идти дальше. Хотя варды и дальше можно гнаться. Вы посмотрите-ка, они не стесняются идти. Лагуна Блэйд есть проказ, но уходит. И Боростайк буквально секунды не хватает, чтобы подцепить антимага. Не факт, что хватило бы урона, с другой стороны. Хотя 1000 здоровья, если каунтерспел не прожмет. А он может не прожать, банально и стану не выпустить. То может помереть папарацци без каких-то проблем. У него еще все впереди, у него только одна Battle Fury. И этого не хватает, понятное дело. Так что будем ждать. Тем же временем команда Ньюби совершенно спокойно забирает себя Рошана.
Аегис для Наги Сирена. Ее так-то никто не убьет сейчас. Как бы, ну, 1800 здоровья, 23 единицы брони. И сейчас мы поставил еще супер семейку. Да, осталось там 200 золота заработать. Пытались снизу что-то придумать. Сломали, вроде бы даже сломали Т1. Но база будет гореть сейчас. Получив себе Манта Стайл, получив себе Аегис, можно идти на хайграунд, можно идти где-то в другом месте. Кстати, Дум! Гуляет-то как? И антимаг в итоге Дум прошел, есть, блин, подкопали первый раз. Стан, ультимейт, и все, в него выдадут, понятное дело, эпицентр уже не пощадят, и антимаг погибает. 46 секунд, тут же еще можно Оракл убить, но его отправил на базу. Ну, на базу, на вышку. Дизраптор, и в итоге Оракла спасают, окей. Но все равно ситуации не из приятнейших, и есть подозрение, что сейчас антимагу, в общем-то, не дадут развернуться. Нага уже в кондиции. Все, ей больше ничего не надо, и можно идти ломать базу. 2000 здоровья, да, Аегис, и, в общем, поехали. А антимагу еще фармить и фармить. Ладно, ждем. Тут скади будет развиваться далее. Копали, нашли Разора. Вот и вспоминаем Разора из прошлой карты. Примерно аналогично у него была ситуация. Здесь он тоже сделать ничего не может. 5 на 13. Разор имеет 8000. Антимаг 9000. И... боюсь, что Вичи Гейминг стремятся к своему первому поражению. Конечно, игра еще не закончена. Да, все еще может измениться. Там затянется на 40-50 минут. Антимаг, камбэки. Но это исключительно может случиться, если Ньюби это позволят сделать. Они могут идти, напомню, у них Аегис, они все еще не вышли ни в одно ХГ, даже. Отпушиваются линии, да, по макро, Вичи Гейминг все это прекрасно понимают. И не позволяют работать. Таким образом. По соперникам. Ну и вот, отрезаны снова, видим. То есть, если антимаг еще может уйти, что делать Оракулу? Ну, телепорт только прожимать. Ищут. Ищут. И кого-то находят. О, серьезно? S-triple-C в соло через Ю смог разобраться с антимагом? Ну, у меня как бы прискорбные новости. Если антимаг counterspell не успел нажать при виде линии Лины, то... наверное, это проблема. Более глобального масштаба. Итак, нижние крипчики подставляются под ХГ. Выходят. Мидлини уже тоже ситуация критическая. Диаболики через 10 секунд вернутся. Вот они первый раз зашли, пробили на пятую часть. И готовы двигаться дальше. Не, игнорируют абсолютно. Дум подошел слишком близко. Есть, кстати, ультимейт Оракла. Но в итоге антимаг довернется. Его глипсуют, конечно же, обратно. И все равно никуда Думу не деться. Минус Дум, 47 секунд в таверне сидеть. И Ньюби уже пушит базу. Они могут сейчас сломать низ. Да, антимаг там опять пошел сплитушить, воевать, пытаться привлекать внимание к себе, но... на антимага уже всем наплевать. Откапывают Разора, поехали снова станы. Есть сетка, продолжение, можно врываться и под стан. БКБ вроде бы неплохое, но урона слишком много у Наги Сирены. Потому что даже если она погибнет, у нее есть Аегис. Это только первая смерть, сон Наги тоже забывать не стоит. БКБ к этому моменту Ори заканчивается. Уэйса только этого и ждал, готов прыгать, готов станить. Ну а GG, смотри, как бы все нормально, больше у них ничего не осталось. И можно ломать крипчиков. Но нет, отступают. Антимаг все-таки разобрался с парой крипов, опять-таки продолжает фармить, надоедать. И, видимо, будут... его как-то еще напрягать. Ну или святыню можно разобрать, да, тоже вариант, чтобы больше никто здесь не мешался. Так или иначе, Аигис разменяли в сторону, и часть нижней стороны, тут вышечка, пострадала на 1300 здоровья. Ну и 10 тысяч натворцев плюс 5-15. Камбэк пока под вопросом. Но Манта Стайл, в общем-то, близится. 600 золотых нужно добрать сейчас антимагу, и после этого можно будет что-то там еще как-то повоевать, Манта Стайлом уворачиваться, и... выигрывать немножко времени в драке еще. Ну, ты левелап, давайте посмотрим. 15-й, как бы антимаг, да, а тут 17-й уже. И скади для Наги Сирены. Ну и что-то вот опять, знаете, да? Тревожные звоночки. Лина, попытка номер 2. Антимаг, смотрим. Йоу, каунтерспелл. Нет. А, успел поражать, слушайте. В итоге здесь есть Рубик, еще поддержка, отменил телепорт. Остановить и блинкауты. Хорошо. На этот раз успел пройти контрспел, но здесь вот Рубик зато поплатится жизнью, но хотя бы не антимаг. Уже хорошо.
уже хорошо, и время есть. Ну, а здесь иллюзии, посмотрите, да, иллюзии Наги Сирены. Цветыню прожали, и Нага Сирена поехала. Ищет для себя следующие жертвы. И находит. Оракл сбрасывает себя Diffusion Blade, конечно, но... Иллюзии. Просто посмотри, что делают иллюзии. Берут страйк и вперед. Минус Оракл. И также еще и Дум может поставить. Ему просто половину сгрызли в секунды. Рептайд работает. И сетки не стали обкидывать. Пока что, по крайней мере. Не того кликнул. Сетка в колдауне. Нет, вроде бы нет. Но это не основная задача. Крипы подошли. Самое главное на линию. И можно ломать теперь уже встроение. Антимаг. Манда стал есть. Батлфьюри есть. Вроде бы готовы врываться, но антимага сейчас можно найти. Пропалить, прыгать дальше, возможно, на Сентин как-то ворваться. Кстати, Клинк пошел в бой под БКБ. Ори хочет воевать, выслал миллиарды урона уже. Но антимаг здесь стоит, уже спинем раскастовывается, и сразу сбивать не получается. Бурл страйк, много урона впитывает в себя Лайкси и погибает. Первый минус есть, но продолжения никого не будет. И как бы разменяли Сент-Кинга в Т3. Бывает. Не проблема. БКБ появляется для Лины. Ко всему прочему еще вдовец, да? Теперь по ней контроль не работает. ШБ, Юл, БКБ. Чувствует себя уверенно. А в свою очередь антимаг выходит пока что в бабочку. Ну, нетворсы, 5000 разницы между антимагом и Нага Сиреной. И Нага Сирена осталось зайти по одной линии, по верхней. И, ну, могут подождать еще, да? То есть Рошан появится, в принципе, скоро, в течение ближайших 5 минут. Должен он там уже реализоваться. А здесь нападение. Может быть, смоки. Вот опять-таки бегу показывает, что там на хайграунде, ребята. А тут еще Т1 стоит до сих пор. То есть Т1 стратегически важно скорее сейчас, нежели экономически. Потому что сюда можно быстренько прилетать на телепорте и оказываться рядом вот с этими двумя местами, где может быть драка на хайграунде у соперника. И это проблема. Здесь он показывает варды, готов вырваться Вайкси в очередной раз. Да, вардит с позиции. Ну и Вайкс просто ждет. Как команды, когда ему скажут, дадут отмашку, как бы прыгай. И он явно кого-нибудь подцепит. Ну что, вторую святую не решили забрать? Да, в общем-то, почему и нет. Подожду, торопиться команде как бы не то чтобы некуда. Торопиться есть куда, да, все-таки антимаг фармит. В один момент у Наги Сирены слуты закончатся. А, вот снова нападение, так, каунтерспел опять-таки не успел поражать. И погибает, Тастайл спасает ненадолго, но гримсует обратно после блинка. И антимаг погибает на 52 секунды. Ну все, можно заходить, выбивать байбек совершенно без каких-либо проблем. Но даже если антимаг вернется с байбека, что он сделает? Он не может убивать магов. Самая основная задача. Оракла тоже выловили вне базы. На 30 секунд он байбекнуться не сможет. Нет, теперь под сейва даже. И... возможно, стоило взять Draw Ridge. Но это ладно, это уже на совести команды Vici Gaming. Пытались у него таким образом... реализовать антимага не получилось. Это прыгуль на Оре. Есть байбек. Дум уже врывается на Нагу Сирену. Ну, вроде не страшно. И Шрак кастует. Лина кастует. И сейчас просто всех докастует. Моментально убивает Рубика. Сделать он особо ничего не смог. Если пол Сирен начинает разрывать, кого-то справа вроде бы скинул, но его с руки добивают. Антимаг после байбека отправляется в таверну. И good game. Well played. 6-23. Команда Ньюби одерживает верх на Vici Gaming. И Vici одерживают. Vici получает первое свое поражение после вчерашнего сухого прохождения. Там 4-0. 12 поинтов. Так что, ребят, я даже не знаю, что случилось с Vici за эту ночь, что вот так их подкосило, но в любом случае, надеюсь, в дальнейшем они исправятся. 6-24, то есть, ребят, Hero Damage, я думаю, попараться вообще нет. Ну, тысяча урона нанес антимаг за эти 30 минут. Зачем мы его взяли? Я вот как-то не знаю, если честно. Ну ладно, опять же, на совести Vici Gaming, им все-таки проходить на мейджор, мне всего лишь комментировать, поэтому пусть подумают, соберутся, и впереди еще несколько квалификационных игр для них есть. Я же с вами, друзья, не прощаюсь, буквально через 5-10 минут вновь мы вернемся. Следующая игра, которая будет на этом канале освещаться, это игра команды Aster против eHome, поэтому далеко не разбегайтесь, немножко музычки послушаем, и снова я к вам вернусь.